воскресенье в Самарской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег, ожидается похолодание. Температура воздуха днем минус 3, минус 5 градусов, ночью 8-10, ниже 0. Ветер преимущественно северо-западный, скорость 24 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, днем минус 4, ночью 10 градусов ниже 0, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и небольшой снег, температура воздуха днем минус 5 градусов, ночью минус 9, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 5 градусов, ночью минус 9, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.